22 компетенции вошли в список направлений профессиональной подготовки, по которым со следующего года в Якутии будет внедряться международные стандарты WorldSkills. Изменения коснутся федеральных государственных стандартов. Кроме того, выпускников ожидает новый формат государственной итоговой аттестации. Она также будет проводиться по стандартам WorldSkills. Сегодня перечень из 22 компетенций, о которых говорим, это как раз перечень тех, в котором в следующем году мы попытаемся в ряде учебных заведений, на наиболее продвинутых, внедрить эту итоговую аттестацию именно так. Вот сегодня пока одно учебное заведение, вот как раз по ресторанному сервису, внедрил я уже в нынешнем году итоговую аттестацию, провели, приняли экзамен, полностью взяли это все задание, которое было на чемпионате России и будет на чемпионате мира. Сварочные технологии, парикмахерское искусство, поварское дело, кондитерское дело, ресторанный сервис, дизайн одежды и другие. Мы выбрали те компетенции, по которым сегодня наши учебные заведения готовы с точки зрения материально-технической и кадровой, с точки зрения готовности преподавателей. Потому что, скажем, сегодня наибольшее количество учебных заведений участвует в сварочном производстве. Оно больше где готовится, 16 учебных заведений готовило. Но готовность этих специалистов, она различна. Мы выбрали те, по которым мы готовы начать внедрение этого стандарта в качестве итоговой аттестации. WorldSkills Россия – это часть большого международного движения. Все стандарты, по которым мы оцениваем наших ребят, они не созданы в России. Они носят исключительно международный характер, и мы их только переводим на русский язык и немного адаптируем. Да? То есть мы сознательно сделали такой очень смелый шаг. Мы не стали облегчать эти задания до российского уровня. Да? Мы очень смело шагнули вперед и сделали их исключительно 100% по всем международным стандартам. И к вашему вопросу о том, что получают ребята, я думаю, что самое главное награждение – это трудоустройство. Движение WorldSkills действует в России с 2011 года. Якутия присоединилась к нему в 2013. Тогда в республике прошли первые соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills по 6 компетенциям. В 2014 году республиканский этап прошел уже по 13 компетенциям, а в 2015 году республика приняла у себя полуфинал национального чемпионата на Дальневосточном федеральном округе. В будущем году спектр компетенций, по которым будут проводиться соревнования, предполагается расширить как минимум до 25. Мы стараемся в следующем году на чемпионате республики выйти за 20 компетенций. Да. Мы для себя определили порядка 25. Очень важно понимать такую связку. Мы говорим о кадрах для экономики региона. Соответственно, здесь не должна быть игра цифрами. Там 22 компетенции, 15, 3, 50 или 60. Здесь задача строится от того, какие кадры нужны региону. И это не обязательно только федеральный формат. Да? То есть, конечно, чемпионаты WorldSkills Россия – это национальные чемпионаты, и мы стараемся выбрать те компетенции, которые нужны везде, и на Дальнем Востоке, и на юге страны, и на севере, и на западе, и так далее. Но каждый регион должен формировать тот пул компетенций, который нужен ему для развития экономики своего конкретного региона. Еще одной чисто российской новеллой является движение JuniorSkills, которое, по сути, является ранней профориентацией. JuniorSkills должны заниматься Министерство образования, и совместно с нашим министерством, двумя министерствами, мы к этому вопросу подключим. Это наше такое российское нововведение, поскольку в мировом движение WorldSkills International соревнуются ребята от 18 до 23 лет, по некоторым компетенциям до 22. Но, безусловно, самое главное, захотят ли они пойти учиться на эти профессии, да, и это очень важный, такой серьезный блок ранней профориентации. Участвуя в таких, там, не знаю, чемпионатах, как WorldSkills Junior, где ребята соревнуются от 10 до 17 лет, они же знакомятся с профессией, они проходят все эти этапы, они знакомятся с лучшими мировыми и федеральными экспертами, и они делают свой выбор после 11 класса уже сознательно. В ходе совещания при главе республики, на котором обсуждалось дальнейшее развитие движения WorldSkills Russia в Якутии, Егор Борисов отметил, что это направление следует поддерживать, и дал поручения, которые касаются, в частности, создания в республике сети специализированных центров компетенций, на базе которых будет осуществляться подготовка студентов, их оснащение необходимым оборудованием в соответствии с международными стандартами, подготовки региональных экспертов, поощрение победителей региональных и национальных финалов соревнований профмастерства WorldSkills, организации взаимодействия с потенциальными работодателями. Взаимодействие с предприятиями будет по разным направлениям. И подготовка экспертов, вовлечение их представителей в экспертное сообщество и повышение квалификации их работников непосредственно на тех центрах, специализированных центрах компетенций, которые мы сейчас создаем. Ну и в том числе мы надеемся, что предприятия будут участвовать, вот как компания «Алроса» или «Колми», в создании материально-технической базы. Потому что создавая такую базу, как раз мы надеемся, что эти компании будут целенаправленно смотреть на тех учащихся, кто учится на этом учебном месте, для того, чтобы его себе забрать не только на практику, но и трудоустроить. Цель, конечная, простая – получить специалиста, измерить качество подготовки специалиста стандартом, который является общепризнанным в мире.